друзья, всем привет! Я нахожусь в Словении. Это Днепр. Вот, сегодня 13 февраля 2021 года. Хочу вам показать, как здесь красиво. Какая здесь новогодняя сказка. Сейчас идет сильная метель. Как видите, все заметает. На улице еще красота. Сейчас покатаюсь и вам покажу вечернее катание. Сноуборде. Ну, а пока покажу качество катка. Это, еще раз напомнил, лавина Днепр. Даже видите, как сюда заметает снежочек. Есть открытая щель, и сюда попадает снег. Сегодня замечательная погода. Выходной день. Много людей, все приехали, отдыхаем. Катание одно удовольствие. Здесь хорошие коньки. Сервис на высоте. Как видите, снежочек идет. Очень красиво. Также здесь есть школа. Тут тренировки проводятся. Соревнования. Есть отдельное видео пост. Вы можете посмотреть у меня плейлист Днепр. Там есть, как проходят соревнования у детей. Это хоккей. Очень классно там в хоккей играют. Посмотрите, ссылку я оставлю в описании, если успею. На улице минус 10. Начинают замерзать руки, но я немного вам поснимаю, покажу. Сейчас наберу разгон, согреемся. Катание одно удовольствие. Большой каток. Я уже сравнивал с Запорожьем. Небо и земля. Здесь очень большая территория. Есть где разогнаться. Так что, кто любитель кататься на коньках и выбирает качественный каток, то вам дорога в Днепр. А именно в лавину парк развлечений. Это улица Космическая, если я не ошибаюсь, 20. Но я там потом позже напишу. У-ху, рука замерзает. Под открытым небом, и здесь очень холодно, но это того стоит, это круто, это все-таки эмоции, все-таки зима. Парсанта. Поехали дальше. Зима в этом году очень классная. Радует снежком и морозами. Сейчас все будет красиво здесь. Это территория лавины. Я вам еще покажу обзорчик. Вот, сейчас все будет в огоньках. Все будет красиво, подсветки. Пока что я катаюсь. Разогреваюсь. И потом уже буду показывать вам территорию.